22 февраля представитель Каспийского местного отделения партии «Единая Россия» Марат Дадашев провел встречу с сотрудниками поликлиники города Каспийск. В рамках акции были затронуты вопросы ЖКХ, частое отключение электроэнергии и плохие дороги. Кроме того, в ходе встречи с сотрудниками учреждения подняли актуальный вопрос, связанный с самой поликлиникой. Медики жалуются, что здание уже давно является ветхим и требует капитального ремонта. Все проблемы были выслушаны и взяты под контроль для дальнейшего решения. Отметим, что все вопросы будут также обсуждены на собрании депутатов и по каждому будут вынесены соответствующие решения.